В 2004 году Всемирная ассоциация кулинарных сообществ, состав которой входит 8 миллионов человек, приняла решение 20 октября определить как День повара. С тех пор этот праздник с удовольствием чествуют во многих странах мира. Это торжество и для кулинарных маэстро, и для гурманов. Целый день мастера создают свои блюда, проводят выставки и дегустации. А вот в Конаковском колледже День повара студенты отмечают небольшим соревнованием. В преддверии этого праздника были проведены часы, посвященные этой профессии. Был проведен конкурс рисунков «Я рисую профессию». Ну и сегодня вот группа первого курса, значит, у них на практике, у них такой как бы мини-конкурс на приготовление своего личного любимого блюда, посвященного именно профессии. Профессия повара на сегодняшний день одна из самых востребованных. В Конаковском колледже на эту специальность всегда высокий набор, а трудоустройство выпускников 100%. На сегодняшний день в колледже поварскому искусству обучается 69 студентов. Я учусь на первом курсе, поступила сюда, потому что меня научила мама готовить. Мне очень сильно понравилось, и я подумала, почему бы не связать свою жизнь с кулинарией. Плюс у меня, братья готовят, дядя вообще в ресторане московском работает су-шефом. Это мне очень нравится, группа очень хорошая, учителя отличные, все очень нравится. Технологии обработки сырья и приготовления блюд, основы микробиологии, гигиены и санитарии. Этому и многому другому изо дня в день на протяжении нескольких лет обучаются студенты. Ведь повар – это не тот, кто умеет готовить, еда должна быть еще и полезной. Конаковский колледж выпускает мастеров своего дела.